Главным интернет-видео года, собравшим более миллиарда просмотров и вообще победившим все существовавшие до сих пор рекорды виртуальной популярности, стал клип южнокорейского музыканта Псая «Gangnam Style». Клип был размещен на видеохостинге 15 июля и уже в конце ноября стал самым просматриваемым видео. Кроме того, клип «Gangnam Style» уже занесен в Книгу рекордов Гиннесса как наиболее понравившееся видео на YouTube. Из музыкальных побед во всемирной паутине, конечно же, нельзя также не отметить клип Карли Рэй Джепсон на песню «Call Me Maybe», пародию на которую сделала даже Кэти Перри, как говорят злые языки, из зависти к более молодой и набирающей популярность коллеге. В топ-100 самых популярных в мире видеороликов вошел также легендарный прыжок Феликса Баумгартнера из стратосферы. 14 октября 2012 года спортсмен совершил прыжок с парашютом с высоты 39 тысяч метров. Прыжок транслировался на YouTube по всему миру, наблюдали за ним более 8 миллионов человек. Ну а к концу года ролик набрал 31 миллион просмотров. Среди видео с животными одним из самых популярных стал ролик из зоопарка японского города Саппоро, когда к детенышам красной панды подошел сотрудник зверинца в больших резиновых сапогах, один из малышей так испугался, что упал на спину, заверещал и задергал лапами.